Привет, здравствуйте. Давайте подумаем с вами так. Кто есть король? Король есть лидер, король есть руководитель, король есть ведущий. Вот если этими качествами вы обладаете, то, соответственно, вы можете быть и королями, вы можете мнить себя ими, если хотите, но чем человек отличается по своему статусу? Это человек, который умеет грамотно направлять других людей, это человек, который умеет грамотно управлять людьми, это человек, который несет ответственность больше, чем за себя, это человек, который несет ответственность за ячейку общества, за группу людей. И имеет достаточно авторитет и харизму для того, чтобы эти люди его слушали, чтобы люди к нему прислушивались, чтобы следовали тому, что он говорит. Соответственно, если вы и ваша семья такими качествами хотя бы чуть-чуть обладаете, то есть я имею в виду, что есть люди, которые за вами идут, которые вас слушают, которые вами восхищаются и так далее, то вы, безусловно, можете называть себя королями и использовать эти значит, атрибутику, ники и так далее. Где хотите, всего лишь только условием, тем условием только, что не будете навязывать свое видение себя, да, другим людям, которые не считают вас королями еще пока. То есть уважение в современном обществе нужно завоевать в первую очередь. Именно завоевать. И лишь только потом уже как бы начинать платить. Соответственно, если вы называете себя как-то королевским каким-нибудь ником, то нужно и вести себя соответственно. Но это не означает, что нужно задаваться и позиционировать себя выше других. Это означает, что нужно нести себя с достоинством, в первую очередь, уметь помочь людям найти себя, найти свою цель, свой путь в жизни и грамотно вести этих людей за собой. Именно такова атрибутика короля. И если вы будете вести себя именно так, то у вас, безусловно, никто над вами не будет смеяться, и все будут, воспринимать вас именно так, как вы хотите. И биография, ваша история здесь особого значения не имеет, потому что ведь никто ее не знает, верно? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, всегда помогу. Пока, желаю вам удачи и...